всем! С вами Ярослав. Мы находимся у моей 5-й школы. Оператор. Во! Она есть в Кирово-Чепецке. Я сегодня решил поднабивать что-нибудь. Например, поиграть с репортером в футбол. Но это он вот так сделал и все. И заставил меня делать всякие приемщики. Первый прием из вышибал. Когда у вас летит мяч, вы должны его поймать. И вот так. Если противник у вас стоит там, я плохо умею кидать. Это моя слабость. Если вы играете в волейбол, кидайте максимально. И затем... Следующий прием из футбола. Пинайте сильно. Попадет кому-нибудь в голову, неважно. Сейчас вам будет больно, оператор. Извините вас. Извините! Как сзади поймать мяч? Просто смотрим на мяч и пишем.